Итак, наш трехметровый шкаф обрел наконец-то двери, фасады. А я долго, правда, сколько получается, полтора года думала, ставить фасады или нет. А изначально он нам достался без фасадов, но вот стоит он здесь очень хорошо. Я считаю, он от стенки до стенки просто супер. Вот. А пока я больше времени проводила не в этой комнате, мне вообще было отлично, никак меня это не смущало. Но последний год, после того, как у нас стало больше людей дома, я больше времени провожу в спальне. Я здесь работаю часто, просто вот лежа на кроватке. И поэтому, когда вот я лежу на кровати, я как раз вижу вот эти вот шкафы все, и все-таки глаз цепляется. То есть вот этот пресловутый визуальный шум, он все-таки заставил меня прийти к тому, чтобы поставить двери. Двери у нас, как видно, две зеркальных, четыре белых просто. Ручки мы пока не ставили. Вот у зеркальных тут такая встроенная ручка, ну, то есть ее как бы нельзя не ставить. Вот. А эта секция, она пока просто открывается, не знаю, там можно подцепить носком ботинка, ну, либо там наклониться рукой, но посмотрим, в общем. Я надеюсь, что получится так организовать хранение, что в той секции будет лежать что-то, что нам очень редко нужно. Ну, тем более она за дверью находится. Минуточку. Кто-то пришел. Она за дверью находится, и открывать ее не супер удобно. Вот, так, сейчас разберусь с домочадцами и вернусь. Приходил Гордей, у нас тут сегодня вообще полный аншлаг, еще Лотта, девушка Гордей, у нас ночевала, поэтому, в общем, полный аншлаг. Итак, давайте заглянем внутрь. Здесь у нас раньше, если кто помнит, у нас было вот 4 ящика, но нижний ящик пришлось снять, потому что надо было поставить петли. В принципе, этого можно было избежать, если ставить двери купе, но мне очень не нравится, как в интерьере смотрятся двери купе, поэтому ну, вот так вот чем-то приходится жертвовать. И с одной стороны, как бы я, конечно, большой любитель организации, фанат планирования всего, но есть некоторые технические моменты, которые очень сложно обойти. Я бы, например, там, до какого-то определенного уровня, например, заставила бы все ящиками, да, но здесь вот две петли у дверей, поскольку они тяжелые, это высокие паксы из Икеи. В общем, наверное, придется как-то что-то мудрить, куда-то эти ящики, вот эти лишние, пристраивать, либо, может, действительно их там повыше, но вот в ту секцию, потому что, конечно, доступ к вещам сейчас стал менее удобный. То есть, когда у тебя открытая система хранения, ты подошел или просто взял, или в худшем случае ты выдвигаешь ящичек и достаешь что-то оттуда. Вот сейчас, чтобы до чего-то добраться, надо будет открыть дверь. Причем, поскольку я не хочу лишних ручек, то, возможно, иногда и две двери открыть, да? То есть ты одну открываешь, другую открываешь, после этого выкатываешь ящик, который тебе нужен. В общем, стало немножко сложнее, но борьба за чистое, визуально чистое пространство, она такая. И, возможно, жертвами падут все-таки вот эти ящики. Возможно, я не придумаю, куда их нормально пристроить. Ставить ящики куда-то совсем высоко, ну вот на высоту выше уровня, не знаю, плечей, уж точно не надо ставить выше уровня глаз и выше уровня плечей, мне кажется, тоже не стоит. Еще у нас пострадал один ящик маленький, здесь у нас такой пополам было сделано, маленькие ящики в половину ширины где-то. Ну, в общем, половина ширины – это 50 сантиметров, ящики, там, не знаю, сколько они, 46-45. Вот такие дела. Давайте покажу еще. В общем, это то, с чего мы, собственно, начинаем. То есть я буду дальше как-то все это переорганизовывать. У меня тут чего только нету сейчас вообще. Навалено-завалено. Ну, то есть часть ящиков пустые, часть не пустые. Тут вот одежда какая-то. Здесь всякое у нас для путешествий. И сверху организовано хранение, здесь очки, документы, с которыми мы часто ездим. Тут вот лежит еще купленная в Икее штора, которую надо повесить. Так, платье упало, надо
Короче, тут все поперевернуто, надо навести порядок. Вот, короче, к чему я все это говорю? К тому, что вот это старт какой-то организации, которая будет происходить, наверное, постепенно. Вряд ли я вот прямо сейчас возьмусь и за один день все сделаю. Тем более, что мы через 2 дня улетаем на 2,5 недели. Андрей летит сначала в Ереван, потом в Черногорию. Я лечу сразу в Черногорию. Поэтому я очень надеюсь, что я оставлю все не в супервизуальном виде, но до идеала, наверное, довести не получится. Что у меня еще есть? Ну, во-первых, вот это петли от ящиков, которые мы сняли. Плюс еще я заказала, возможно, совершенно зря, Андрей ее зря распаковал. Такая, знаете, это как выдвижной ящик, но микроскопической глубины. Ну, то есть, по факту, дно ящика просто выдвигающееся. И 3 полки. Вот, потому что, ну, у нас по факту шкаф наш, он, ну, на, не знаю сколько, на 70% он пустой. Вот, я не могу сказать, что у нас где-то, типа, большие проблемы и навальные вещи, которые некуда положить, и вот мы сейчас их радостно переложим в этот шкаф. Скорее, шкаф так и останется, наполовину, наверное, пустым, но что-то сюда, несомненно, переедет. Может быть, там какой-то спортинвентарь у нас отдельно лежат в открытом хранении спальники, чтобы они не пылились, например. Ну, вот что-то такое. Короче, буду вас брать с собой и сообщать, как продвигаются дела. Тут у нас окна моют. Я на 3-м этаже, я думаю, сейчас на 4-м. У нас стекает вода по окнам, которые я только что побыла. Так, кстати, Кирина поделка. А еще у меня тут животное, потому что когда пришли мыть окна, он там снизу вообще чуть и разорвал всех. Прыгал на двери. Там афин. Это зверь. И все это, главное, стекает, да, по стене, течет еще вниз, на нижние этажи. Ну, как бы, честно говоря, на сколько-то там 25 или 30 евро, что мы им платим, не тянет такая мойка. Уборка, мойка окон закончена. Маффин залез ко мне в комбинезон и дрыхнет там. Или не дрыхнет, подсматривает. Идея покупки вот этого выдвижного дна была в том, что я, наверное, смогу туда положить что-то, что очень невысокое, и что нет смысла хранить в ящике, потому что, ну, вот оно, как видно, занимает, дай бог, 1/3 ящика по глубине. Сейчас попробую что-нибудь тут попереставлять. У меня здесь вот сверху была вот эта стеклянная полка. Сейчас мне надо крепление от нее выкрутить. И на это место попробовать либо еще один ящик поставить, вот который снизу был. Либо если он не влезет, тогда вот этот вот узенький ящик. Показываю какой-то промежуточный этап. Но на наполнение ящиков пока вообще не смотрите. Тут еще все будет 100 раз меняться. Отсюда мы убрали штангу
и переместили ее вот сюда, в среднее отделение. Ящики, которые были снизу, мы переставили наверх, и, в общем, все это с некоторым скрипом, но влезло. Пришлось откручивать петлю, а потом прикручивать обратно, чтобы положить вот это стекло, которое, конечно, надо помыть. Уборкой я чуть позже займусь. Здесь у нас сюда вот переехала одежда, которая висит. Это моя и Андрея. Короче, по наполнению еще раз, пожалуй, не будем. Так, и сюда вот тоже ящик переместился с самого низа вот сюда наверх. Но что произошло? Во-первых, в процессе вот сейчас уже я, например, увидела, что у нас сломано крепление вот здесь вот. И пока переставляли, Андрей еще сломал крепление вот там вот. Но оно не прям совсем намертво сломано, как видите, держится. А то, что вот тут было сломано, я даже знать не знала. Мы так, видимо, жили очень давно, 1.5 года. В общем, я в следующий раз буду в Икее, посмотрю на эти крепления. Что меня сейчас, не знаю, беспокоит, не беспокоит. Короче, надо еще куда-то присовокупить вот эту вот... выезжающее дно ящика, короче говоря. В общем, вот этот микроящик. Куда его поставить, я пока, честно говоря, не решила. Мне, в принципе, нравится, как вот здесь вот все из-за петель не получается как-то суперплотно все это ставить. То есть поставить, допустим, вот здесь вот этот ящик, а, допустим, сверху еще стекло. Ну, короче, будет какая-то дырка, будут видны внутренности ящика верхнего. В общем, пока не решила. Одна из опций — попробовать поставить вот сюда вот вниз вот эту выезжающую полку, ну, либо сюда вот вниз, потому что это симметричные ящики, либо поставить ее вот сюда. Ну, зачем тут ей вообще выезжать, в принципе, не очень понятно, потому что ты уже подходишь и все берешь, что тебе надо. Вот. Пока так. В комнате адская жесть. Все пока навалено. Ну, в общем, ремонт. Что поделать. Еще мне все-таки надо пристроить 3 вот эти полки. Но я думаю, что это вот куда-то сюда пойдет, в первый ящик. И очень давно у меня лежит... Да-да-да-да-да. Утюг. Причем утюг с вот этим креплением, которое крепится как раз по вот этим куче проделанных дырочек в паксах. Тоже надо подумать, в какое место его прикрепить. Раньше он у меня висел вот за одеждой, как бы чуть снизу, так чтобы и одежда не мялась, и видно его особо не было. Но пока я, наверное, не буду сейчас ничего сверлить. Ну, вернее, раздраконивать очередные дырки под утюг, потому что, может, еще сейчас тут 10 раз все поменяется, когда уже более-менее устаканимся, тогда и утюг повесим. Все-таки пройдусь по объему и наполнениям. Здесь у меня, значит, лежит пустая коробка от мартинсов. Пока ждет, потому что у меня выставлены на продажу одни мартинсы. Если продадутся, я в ней отправлю. Вернее, когда продадутся. А здесь еще лежит одежда, от которой я собираюсь избавиться. И она здесь ждет, может быть, того счастливого момента, когда у меня будет вдохновение, я сниму про это видео. Пока, в общем, просто лежит, поскольку места и так дофига, как бы, ладно, пусть лежит. Быстренько ее не вывожу. Вот эти шорты выставлены на продажу. Остальное либо в очень плохом состоянии, либо в плохом состоянии. В общем, всякие вещи заношенные до дыр. И нереального количества катышков. Так, это тут странные вещи, которые больше никуда не лезут. Для работы с картами. Утюг нужен крайне редко. Не знаю, не помню, честно говоря, когда последний раз пользовалась. Но вот скоро, наверное, воспользуюсь, потому что мне надо подшить, как бы подвернуть шторы. И у меня такая лента, которая плавится от утюга. Здесь всякое для путешествий. Причем сейчас части здесь нету. Вещей, потому что мы вернулись, еще до конца не разобрали. Так, это ящик, который вообще никуда не пойдет. Мы его вот оттуда достали, и, видимо, это отходы производства. Ну, в смысле, мы его, конечно,
конечно, где-нибудь для организации чего-нибудь используем, но в этот шкаф, наверное, он не встанет, я так думаю. Хотя, не знаю. Сюда? Интересно, он сюда влезет или нет? Это по центру стоит? Да, вроде по центру, значит. Можно, наверное, вот сюда куда-нибудь наверх, например, его пристроить. Так, этот ящик, здесь немножко одежды, которую я хочу переложить, наверное, куда-то к одежде, ближе туда. Так, и раз, пустой ящик, этот наполовину пустой, этот наполовину пустой, и там ничего нету. Так, про этот я тоже сказала, здесь одежда Андрея. Это, конечно, недостатки хранения за дверью, потому что все друг за друга цепляется. Итак, здесь у Андрея одежда, одежда и еще немного одежды. Вот, а в этом шкафу, так, тут просто какая-то наваленная одежда, которую надо разобрать, там что-то, опять же, на выброс, что-то после стирки, в общем, сейчас тут все очень сложно. Пустой ящик. Ящик с одним органайзером и салфеточками многоразовыми из ткани. Здесь моя одежда. Этот ящик для взрослых. Ну вот как-то так. Соответственно, сюда, наверное, еще полки встанут, и что-то сюда переедет из хранения спортивного какого-то инвентаря. И может быть, вот здесь вот, поскольку такое место, которое за дверью, каждый раз сюда лазать не будешь, может быть, сюда я перенесу хранение курток. Потому что сейчас у нас очень много, и на 7 человек, когда верхняя одежда на все сезоны висит на одном рейле, на одной штанге, то там, ну, бывает такое, что когда гости приходят, уже плотненько получается. Соответственно, если сезонное сюда убирать, то там будет посвободней. Ну и здесь, в общем, надо все разобрать, переместить, сделать как-то более разумно. Тут я, да, пыталась отвлечься, потом вроде вернула себя в канву разговора, и сейчас снова отвлекусь. Тут вот в этом ящике осталось немножко постельного белья, которое надо переложить тоже в шкаф, поскольку этот ящик больше здесь быть не будет. Сейчас я как-то пощупала, и эмпирически хочется одежду свою переложить в более удобный ящик, а остатки одежды, ну, не основное, а то, которое реже используется, это вообще корпоративные штуки, мы их в основном используем на яхтинге. Это тоже для яхтинга флис, я в обычной жизни его не ношу. Здесь лежит худи, это платье, про которое я думаю. В общем, это явно менее используемый шкаф, чем вот этот. Соответственно, хочется поменять местами. Или, может быть, даже вообще одежду положить прямо вот сюда наверх, но наверное, все-таки нет. Наверное, наверху хочется, чтобы такое более-менее, более симпатичное что-то лежало. Я очень много раз рассказывала, что мы сушили вещи прямо на плечиках внутри этого шкафа, все прекрасно высыхало, но когда мы поставили фасады, это теперь, конечно, прокатывать не будет. Поэтому мы переместимся вниз на первый этаж, у нас там тоже есть штанга, и там все прекрасно будет сушиться. Вот место, про которое я говорю, что тут вот можно прекрасно все сушить. Сейчас у нас тут сушилки стоят. Можно еще вешать всякие футболки, худи и все прочее. Показываю комнату. Первое утро после того, как, собственно, мы вернулись с поездки, и я хотя бы чуть-чуть начала заниматься организацией шкафа. Давайте посмотрим. А еще из интересного, у нас раньше вот тут вот стояло еще зеркало такое свободно стоящее. И в том числе, почему мы выбрали зеркальные фасады частично, чтобы от этого зеркала избавиться. Что мне не нравится в зеркальных фасадах, это, конечно, то, что все отражается, и получается, что каких-то вещей как будто бы в два раза больше, особенно вот эти всякие висящие провода бесят. Вот у нас
давно уже, опять же. Примерно столько же, наверное, по времени, как мы планируем доделать шкаф, столько же мы планируем сделать кровать. В общем, когда-нибудь, когда мы доделаем, у нас будут тумбочки, которые будут закрывать розетки, поглощать их в себя. Вот, и тогда проводов не будет, будет поаккуратней. Но пока будем иметь дело с тем, с чем будем иметь дело. Давайте позаглядываем. Я тут вчера что-то попереставляла. Мне прям очень не хватает вот этой легкости доступа в шкаф. То есть раньше у меня тут вот все открыто было. Вот. И я сделала так, чтобы хотя бы не в ящике какие-то вещи лежали, которыми я каждый день пользуюсь, а чтобы они были просто за одной дверью. Здесь у меня сыворотка для ресниц, духи. Это маска, которая у меня 1000 лет вообще лежала. Это мне подруга когда-то отдала. Хочу ее допользовать просто потому, что мне нужна маленькая баночка для поездок, чтобы всякое там другое возить. Вообще я очень редко пользуюсь какой-то косметикой, но только если случайно ко мне попадет, что-нибудь там подарят, я допользуюсь, попользуюсь и после этого не возвращаюсь. Здесь огромное пространство, в котором стоит штатив. Ну, хотя бы он не стоит теперь вот там в углу, что тоже хорошо, не мешает. Здесь все примерно как было, только раньше у нас с другой стороны этот ящик был. Сюда я переложила повыше свою одежду. Теперь прям на удобной высоте все это. Здесь еще одежда моя и Андрея. Тут пустой ящик, ну и там снизу тоже пока лежит пустой органайзер. Не знаю, будем использовать или нет. Идем дальше. Здесь немножко всякая разная одежда. Это я тут что-то вчера сушила, развешивала. Вот, ну, по большей части тоже пустой. Я еще подумала, что можно, наверное, переставить один из вот этих вот маленьких ящиков, который у нас, собственно, освободился. Он там в следующем прячется пока. А можно его переставить вот сюда, наверх. Но тогда нужно сделать вот эту корзину для грязного белья пониже. Ну, то есть, либо там как-то эту укоротить, либо другую купить. Ну, в общем, как-то реализовать эту идею, чтобы и ящик не выкидывать, и, в общем, такая огромная корзина нам тут не особо нужна. Она никогда, почти никогда не бывает заполнена полностью. Ящики, ну, здесь ничего особо не поменялось. Все как было. Одежда Андрея. И последний, как я говорила, пока будет открываться руками. Сюда я перенесла часть верхней одежды, которая сейчас не по сезону. Тут ботинки вообще стоит. Утюг, который, как я говорила, надо повесить, но надо решить, куда. Ящик, собственно, который, возможно, вернется еще на место. Ну и тут всякое разное. Тут по сравнению со вчерашним днем, мне кажется, ничего особо не поменялось, кроме, может быть, вот этого ящика. Здесь я положила сумки дорожные, с которыми мы ездим, и какие-то вот штуки скорее для тревела, поскольку мы путешествуем, ну, не половину, конечно, времени, но стабильно неделю в месяц, а то и две, мы не дома проводим, поэтому для путешествий у нас довольно много всего. И внизу лежит вот эта выкатная полка, которая пока выкатная от ящика, как я ее называю, которая пока не реализована никак. И вообще я, честно говоря, жалею, что Андрей ее распаковал. Так бы я ее сейчас назад сдала, и она бы не мешала. Но, с другой стороны, может, через некоторое время я найду ей какое-нибудь применение. Вот так вот. В общем, обживаемся потихоньку с новой мебелью. Вернее, с новым видом старой мебели.
Артём пошла работать. Теперь я лежа на кроватке, буду смотреть вот в этот угол. И тут мне ничего не мешает. И тут мне ничего не мешает. И вообще комната такая, конечно, более стерильная стала. Но мне для работы это помогает. Мне важно, чтобы меня ничего не отвлекало.